Всем приветики! Я ваша Арина Готовит. Сегодня я расскажу вам и сделаю обзор по маленьким нужным мелочам, которые продаются в магазине Daiso, что означает в переводе «все есть», ну или как у нас называют «тысяча мелочей». Готовы? Поехали! Вот все мы женщины и хотим, чтобы на кухне был порядок и было все под рукой. Вот смотрите, у меня полно разных соусов. Вот и чтобы, допустим, вытащить какой-то из них, нужно будет все это вытаскивать. А что я сделала? Я купила вот такие вот поддоны и положила туда соусы. И берете вот так вот выдвигаете, да? И берете, какой соус вам надо. Вот все как бы находится под рукой. Я взяла, их распределила. Допустим, у меня здесь вот разные соусы лежат разные. Здесь у меня вот сиропы, уксус, а здесь масла. Очень удобно. Так раз, выдвигаете и взяли, что вам надо. Вот следующая вот штучка, это для мытья риса. Я давно искала вот наподобие штучку, вот так как зимой вот в моей квартире вода очень холодная, ну и с возрастом стали болеть суставы, да и маникюр жалко. Ну, вот что я вот делаю? Вот беру, включаю воду и мою рис. Помыла. Затем беру, вот здесь вот такое вот есть вот отверстие, дырочки. Вот я беру, вот так вот прижимаю и выливаю воду. И рис, он даже и не высыпается. Хоть даже у меня он очень мелкий. Тут разный, специально взяла рис, чтобы показать вам. Вечная проблема. Куда же все это деть? Ну, а я нашла выход. Вот есть такие замечательные крючки. Они выдерживают до 1 килограмма. Вот я сейчас возьму вот его, открою. Вот есть вот такие вот крючочки. Есть вот с двумя, а есть вот с одной. Вот без разницы какие. Вот берем, вытираем вот поверхность. Если, допустим, она жирная или мокрая. Затем отклеиваем. Вот отклеили. Затем выбираем поверхность, куда будете приклеивать. Вот, допустим, я хочу приклеить вот сюда. Вот. Затем берем, приклеиваем хорошенько. И вот эту вот сковородку вечно я не знаю, куда мне ее деть. Вот я ее беру сюда, приклеиваю. Ой, приклеиваю. Как его называется? Сюда вот ее кладу и закрываю крышку, ой, дверцу, и все. Вот, вот это вот кейсы для пакетов и перчаток. Это, ну, очень удобная штука. Вот они бывают разных размеров. Я в них в основном кладу пакеты для мусора и пищевых отходов. Можно вот класть одноразовые пакеты или перчатки. Как вам удобно. Вот я беру вот так вот, вот и вытаскиваю пакеты вот эти вот. Очень удобно. Вот еще мне очень нравится вот такая вот штука. Она идет с магнитом. Вот, и можно ее прикрепить. Ну, куда хотите, на любое расстояние. Я туда кладу вот эти салфетки бумажные. И вот их очень удобно отрывать, эти салфетки. Они... Ну, или можно прикрепить на дверь. Она у нас тоже железная. Вот, крепим. Затем вешаем зонтики. Или можно... Как, допустим, если есть у кого-то маленькие дети дома, можно повесить сменку.
Ну что, вам было интересно? Вы узнали что-нибудь для себя нового? Не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал. Ну а я взамен с вами поделюсь и расскажу вам еще очень много чего интересного. До новых встреч! Пока! Аннём!